Как на нас влияют отношения с родителями? Отношения с родителями представляют собой довольно неоднозначную, на самом деле, картину. Дело в том, что еще Христос говорил о том, что самые главные враги человека – это его родственники. И действительно, давайте представим себе общество, которое развивается, и тогда мы видим, что каждое следующее поколение живет лучше, чем предыдущее. Поэтому те желания родственников управлять вами, то есть своими детьми, даже тогда, когда вы уже достигли зрелого возраста, у вас уже свой собственный дом, семья, они являются на самом деле для вас, ну, скажем так, моментами, которые тянут вас назад, которые мешают вашему развитию, мешают вашей жизни.